Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть с Warm Queen. Прогресс 81%, 18-я миссия. Swarm Queen — это стратегическая игра для одного игрока о членистоногих пришельцах, которые пытаются уничтожить друг друга. Вероятно, вы играете в нее прямо сейчас. Впрочем, я могу ошибаться. Я всего лишь описание уровня. Ну, раз ты всего лишь описание уровня, значит, мы как-нибудь сами справимся, да? Привет, красная царица. Будешь вести себя странно или... может, просто подраться? А? Что происходит? Что происходит? Ну, здорово. Опять оно. Как мы вообще разговариваем? Что? У нас же нет губ. Как мы произносим слова? Ну, может, мы телепаты или что-то в этом роде? Тогда почему у нас рты двигаются? Думаю, так мы симпатичнее. И почему у твоего глаза есть зрачок, а мой глаз просто красный? Я намного страшнее тебя. Наверное, я протагонист. Глупость какая. Я убью тебя. А ты антагонист. Понятно, что ты так скажешь. У кого-то есть зрачок, у кого-то нет зрачка. Ладно, шутки в сторону, ребята. Сейчас будет... Я чувствую, будет сейчас жесть. Она должна быть, ты понимаешь? Должна быть эта жесть. Ну что, будем прокачивать скорпионов? Понятное дело. Так, поехали. Ну и между делом будем, естественно, ребят. Так, гусеничку надо, мне кажется, в первую очередь сейчас взять. Я, наверное, сейчас отправлю сразу же. Нет, чуть попозже, да? Где-то на 5 секундах можно будет отправлять уже. Вот пора. Пора. Пока вылупится. Пока рванет. Так, а я... Блин, не то. А я пока прокачивать буду дальше. Почему она в мою сторону постоянно смотрит? Кто там у него? Тоже когтистого узла. Ладно. Шут с тобой. Да, но он сразу начинает, ребята, армию клепать. Сразу же, понимаешь? Меня вот это вымораживает просто. Нафиг сразу бомбанем. Не буду я с ним тут тютюкаться. Сюсюкаться. Где мои там скорпиончики? Сотку. Сотку. Не успел взорвать, ребята. Он тут как тут уже наклепал следующую армию. Ну, как это вот? Как вот это вот может быть? А это называется справедливость? Никакой, ребята, справедливости здесь вообще нету. Ну, скорпиончики, давайте, родные мои, не подведите. Ну, вы издеваетесь, что ли? Не пойму я. Как у него были скорпионы? Он меня тут только шорох бомбил. Ну, гаденыш, а. Сейчас закликаем его. Ну, он... А, он уже вон как сделал. Все, я понял. Сейчас, ребят, сейчас сделаем. Сейчас сделаем ему трубодурочку. На. Ага. Да ладно, выходи, скажи, и плевуны у него здесь хороши, да? Ну как же не так, ребят? Ну... Я тебя сейчас трону, гусеничку. Трогает он то, что ему не положено. Так, а что я... А, ну да. Да, ребят. А, все, у меня гусенички прокачаны по фулке.
У гусенички добычки, ё-моё, это с этой гусенички. Так, ребят, ну что, теперь... Плевунов? Плевунов. Давай, 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 подходите под... В зону все входите, говорю, блин. Не хотят. Так, что у нас там есть? Вот, я вот этих возьму, ребят. Мне они понравились. Ну как так-то? Ну давай, ну. Да входите вы в зону-то. Они не входят, ребят. Они не хотят входить в зону. Что я могу сделать? Кажется, я знаю, что я могу сделать. Я только сейчас, ребят, созрел. А знаешь, что я могу сделать? Я могу... Мне надо же прокачивать моих этих хлопцев-то. Соточка же, по-моему, первое улучшение. Ну, конечно. Конечно. Нет-н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 ет, жучки мои. Прощайте. Вы хорошо сражались, но сегодня настал ваш смертный час. Хотя нет. Не дает. Без шансов, да? Ладно, я потерплю. Так, ребят, сколько там улучшать-то? 125, отлично. Ну давай, 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 подходи. Оп. Угу. Ну что ты там? Раскис. Давай, давай, родной мой, помогай. Помогай своим собратьям. Блин. Ну, такой тоже бывает. Все мы, как говорится, смертны, да? Так, ребята, он прокачал. Он прокачал плевунов. Какие будут наши действия? А мы, кстати, неплохо разбираемся с ними, я тебе скажу. И нектарчик у нас хорошо идет. Так, давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Ну, поехали. Пока такая возможность есть, надо, ребят, расстраивать. Фу, ты посмотри на этих моих бойцов. Они же отвратительные, зачем я их делаю? Не знаю, зачем ты... Оу! Ё-моё, действительно, а кто это такие-то? Это, ребята, плевуны очередные. Да, ребята, это очередные плевуны, и, по ходу дела, мощные плевуны. Ну, да что ж такое-то, а? Хорошо ему возле своей зоны, да, стоять? Все оружие достает, в отличие от моего, блин. Стоит, заплевывает себе спокойненько там. Хмыря. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Но зато, ребята, мы все равно подоспели. Да куда ты бьешь? Ты бей по базе. Берет, отвлекается. Ну, ты сам видел, короче, что сейчас было. Зачем он это делает? Зачем он отвлекается? Вот это я не понимаю. Ну, родные мои, ну давайте, ну нам осталось чуть-чуть. Я принимала плохие решения. Все, что она успела сказать. Да, видишь, тут просадочка, ребята, была все-таки у меня.
Изрыгатель стреляет шаром взрывающегося газа, который поражает всех врагов поблизости. Очень силен против скопления слабых бойцов. Ну, так как у нас слабых бойцов нету, так что это нас не интересует. Угу. Вы должны сбежать. Странное место. А сфига ли я должен сбегать-то? Сфига ли я должен сбежать, скажи-ка мне на милость. Вы должны сбежать, ага. Какое странное место. Помогите, я застряла в какой-то петле. А на вид ты вроде ничего. Ты можешь меня спасти, мысли нестандартно. Какое странное место. Помогите, я застряла в какой-то петле. Повторение, что ли? А на вид ты вроде ничего. Ты можешь меня спасти? Мысли нестандартно. Чё такое-то, ребят? Повторяется. Так, дай-ка я на S нажму. Спасибо, теперь я могу тебя убить. Ага, надо было просто на S нажать. Мысли нестандартно. Пропустить диалог. А там все повторение, одно и то же было. Так, ну что же, жучки пошли копать. По пять, по пятерочке нектара добывает. Ну, согласись, скорпион это просто имба, ребят. Скорпион имбище. Ну, конечно, он один здесь ничего не сделает, но тем не менее. Так, теперь нам надо когтистого брать. Берем когтистого, естественно, прокачиваем его до скорпиона, а после скорпиона прокачиваем его. Ой. А кто на самом деле? Я их почему-то первого привык называть скорпионом, но это на самом деле не скорпион. Первый у нас жукомерка. Ну, жукомерка меня не устраивает. Я хочу скорпионов именно. Что такое? А, все, ты созрел уже. Я вижу, вижу, вижу. Сейчас начнешь пулять по мне. Поэтому. А если я так сделаю? Угу. Этот фокус не срабатывает, я понял. Поэтому придется брать жукомерку. Так, ну что, ребята, как обычно, по стандарту. Почему при первом разе, ребят? Ну потому что первая атака самая, по-моему, вреднючая. Так, ну что, пора. Пора брать наших родных скорпиончиков. Не, жукомерка может, конечно, критануть, но это очень, ребята, редко получается у нее. Сейчас, 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 сейчас прольется чья-то кровь. На! А с другой стороны, нафиг я это сделал вдалеке? Надо было, когда они рядышком со мной. Тогда бы от этого был толк. Ага. Вон там опять следующую армию уже подготовил. Сидеть, молчать, бояться, ё-моё. Давай, 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 да, затыкиваем, затыкиваем этого аглоеда. Так, ну что, теперь, я думаю, наверное, нам надо, друзья, делать плевуна. Ой-ой-ой-ой-ой. Фокус мой, наверное, не получится, друзья. Ну как не получится? Получится, то он получится, но... вот этого возьмем. Я хочу именно этого взять. Я вот не помню, он, по-моему, воздушной цели атаковать не умеет. По-моему, так. Твою налево, нафиг я его тогда взял-то? Или он все-таки бьет? Я не помню. Так, не может, не может поражать летающих бойцов. Не может, ребята, он поражать летающих бойцов. Ё-макарёк. Так, ну если он не может летающих бойцов, значит нам надо бродячую ракету прокачивать.
Будем прокачивать бродячую ракету. Или не стоит? К самому большому вражескому летающему бойцу взрывает на все 150 единиц урона. Возьмем, ребят. Если он, конечно, успеет еще подлететь. Тут, видишь, в чем проблема? Подлететь он должен. Сейчас глянем, как это все будет выглядеть. Не достаю. Сюрприз, мега-бомбардировщик. Ну, ты, наверное, не слишком удивлена. Уже ведь есть боец под названием мини-бомбардировщик. Фига себе. Я понял. Слушай, ну неплох вот этот. Фига он там шпарит, ты посмотри. Блин, ракета очень хороша, ребята. Ракета очень хороша. Блин, не достаю. Ну куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь-то? Ну. Блин, мне надо докачать моих этих. Чепушила, а? Че вытворяет, видишь? Давай, скорпиончики, давайте, 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 разбирайтесь с ними. Так, 12, да, ребята? Ну что, теперь дело за малым. Ну как за малым? Эволюцию надо делать. Надо делать эволюцию. Сотка, да? Первая эволюция сотка. Слушай, он достал, а? Я возьму ракету тогда. Пускай ракета бежит. Ой. Хе-хе-хе, я вообще не знаю, в чем прикол сейчас у него был. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Такая идет. А я типа не при делах, да? Летит, летит, летит. На! Че ты тут пшикаешь мне? Ага. Так, нам надо. Ну что нам надо? Нам, по идее, надо накопить на второе улучшение. Хотя, может быть, и не надо. По-моему, тут, ребят. Погоди, мне звонят. Серьезно, можем прерваться на секунду? Нет, тебе кранты, парень. Как я могла проиграть, когда я по телефону говорил? Странно. Так, надо затянуть разговор. Говорим, 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 бла-бла-бла, ха-ха-ха. Ладно, если серьезно, мне надо ответить на звонок. Ты выиграла, спасибо за игру. Еще бы. Так, захват озера. Достижение, ребят. Мега-бомбардировщик. Большая, более крупная версия мини-бомбардировщика. Ну, я так и понял. 20 уровень, друзья. Привет, Саша. Я очень надеюсь, что вас зовут Сашей. И вы сейчас очень напуганы. Изображение слева ни с чем не связано. Я надеюсь. Захватчица, я уничтожу тебя. А что с твоим голосом? Какого хрена ты несешь? Все, у меня нормально с голосом. Ого, это было очень непрофессионально. Как будто просто голос какого-то случайного парня и на английском. Случайного парня? Да пошла ты. Мне за тебя просто стыдно.
Мне за тебя просто стыдно. Угу. Погнали. А, тут можно ускорить игру. На начальных этапах нормально. Так, что, пока никого не плодит? Блин, гусеничка уже начала буянить. Ну что, по стандарту? Боеголовку сразу же, да? Закончится, я уничтожу тебя. А почему только двух? Странно. Почему только двух? Обычно должно быть четверо. Ну, давай, выползай уже. Так. Пока, чтобы не мешали нам. Ага, делает, делает. Так, последнего сейчас с тобой доделаем. Сколько у нас там хп? Нормально все. А ну-ка, выкуси. Супостатище. Тебе не кажется, что он их клепает без остановки? Нет такого ощущения? А вот у меня почему-то и сложилось. Хм. Так, ладно, скорпионы скорпионами, но нам надо... А, ты смотри какой, ты посмотри какой он, а. Блин, нам надо тогда... летающих делать. Да, ребята, надо летающих делать, а иначе как? Да ты успокойся ты, а. Блин, что-то они какие-то у него жесткие. Грозовой кальмар. Давай грозового кальмара сделаем. Че? А че так? Че так быстро заколбасили-то нас? Так, кальмар, давай, выходи грозовой, блин. С этим надо разбираться. У него летающих нет? Все. Значит, хорошо, ребята. Значит, он попадет сейчас по-крупному. Потому что грозовой кальмар выйдет у меня. Будет тут летать. Я, конечно, наверное, его сейчас прокачаю. Так, вначале, наверное, эти все-таки прокачать надо. До последней эволюции. 125. Давай. Ну вот эти сейчас грозовые кальмары будут их потихонечку-потихонечку уничтожать. Потому что летающих у него нету. Что очень даже хорошо. Ну атака, это ну, смех на палке, ребят. Это не обсуждается. По поводу атаки. Сейчас мы сделаем этого. Сейчас мы все на свою сторону перевернем. Привет! П
погляди на моих новых бойцов, они точно надерут тебе задницу. У тебя качество звука ужасное, а на фоне, кажется, самолет гудит. Заткнись, ты уже разрушаешь мое погружение. Ты сама начала. Туши. Ты смотри, какого, а, ребята, гаврика он сделал. Жесть. Он и своих же тоже уничтожил. Ну и по делам. Так, что мы можем еще сделать? Летающих у него нету, нету. Тогда сделаем так. Ну куда, 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 куда прешь? Деловой такой тут нашелся. Что на... Блин, не хватает. Ну, я вам скажу, друзья мои, одно. У него нет летающих, значит, все. Значит, до свидания. А, у него плевуны, у него плевуны, блин. Ведь у тебя же не было плевунов, откуда ты их взял, блин? Так, ребят, ну тогда нам надо вот этих делать. Я думал, что у него плевунов не будет, но видишь, я ошибся. Да, такие ошибки могут быть фатальными, если честно. Угу. Да ну, ты чё там делаешь? Смотри, смотри, сколько наплодил. Смотри, сколько наплодил. Ну, засранец, а. Давай, давай, жучки, бомбим. Что там происходит? Не могу понять, что заплёв такой жесткий идет. Пипец. Просто, просто взял армию и снес. Давай, 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 родные мои. Так, и тут минус, минус. Боеголовки-то у него больше нету. Хе-хе-хе-хе-хе. Похоже, ему крышечка, друзья мои. Его песенка спета. О, нет, я побеждена, как жаль. Пожалуйста, прекрати говорить. Сдулась. Осадная гусеница стреляет пчелами очень издалека. Финальное улучшение наводящегося пчеломета. Не может поражать летающих гусениц. Друзья мои, 21-я миссия. Настало время для эпической финальной битвы в компании. Опять же, изображение слева ни к чему не относится. Ни к чему не относится. А нафига тогда его выставлять? Захватчица, я уничтожу тебя. О, здорово. Можно просто подраться без всяких там странностей. Да, давай просто драться. Это тебя раздражает? Да. Как, черт возьми, ты это делаешь? Я читерю, лол. Прекрати, пожалуйста. Нет, лол. Глупость какая. Как мне тут выиграть? Никак, лол-лол. Эта музыка недостаточно эпическая. Сейчас поменяем. О, да. Так лучше. Ты меня очень раздражаешь и совсем не нравишься мне. Я такая непредсказуемая. Ха-ха-ха. Нет слов, чтобы выразить мою ненависть. В
Вопрос, друзья мои, а как я тут должен выиграть? Ну это читерство самое настоящее. Не, ну хорошо, хоть добытчики мои не это не погибают. Что, бомбардировщиками, что ли, должен атаковать? Ну, как вариант, может быть. Попробуем. Блин, а гусеничку-то как? А гусеничку-то как переключить на себя? Твою-то налево. Блин. Давай посмотрим. Похоже, я не могу атаковать тебя, пока не отключу ядерный хак. А график этой бомбы ужасно выглядит, когда накладывается одна на другую 100 раз. Ладно, будем играть как нормальные люди. Зашибись! То есть как царицы Роя. Мы царицы Роя в космосе, да? Нафиг ты мне сдался тогда? Красоты. Ребят, ну я же не знал, что она будет вот так делать. Я думал, бесконечность будет бомбить. Видишь, она все-таки На этом уровне очень много диалогов. Погоди, сейчас я все сломаю. Хе-хе-хе. Пожалуйста, не надо. Глючный диалог, лол, ха-ха-ха. Глючный диалог. Глючит ее там. Пускай глючит, ребят. Ну, хорош уже тут. Я собираюсь себя особенно надежно. Удачи, Лмао. Блин, что они там говорят, вообще не в попад. Опять вы. Давай, атакуем, догоняем и бомбим. Какая веселая игра. Прям хохочешься. Веселее, блин, некуда. Ребят, слишком много их тут. Сварм Куин, это много часов удовольствия. Я ставлю 10 из 10. Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, верно? О, так он по-жесткому пошел, ребят. Мой отзыв горячо рекомендую. Покупайте прямо сейчас. Так, что за хрень ты там несешь? Просто пытаюсь повлиять на твой отзыв, получается. Че делать-то? Короче, он меня своими летунами сейчас просто задолбает. Верно? Верно, друзья мои. Поэтому нам надо прокачивать. Фиг знает, что нам надо прокачивать. Нам надо прокачивать то, что нам поможет против этих медуз. А против этих медуз нам поможет вот этот вот. 150 урона будет наносить. В принципе, для ближнего боя нормально. Эти медузы будут сразу отдупляться, ребят. Понимаешь, да? Он мне не дает даже, ребята, сделать прокачку. Ну-ка проверим. Долетит ли бомба вообще до них?
Ну что ты идешь, ты лети, ё-моё, идет она там. Расфуфыренные все. Ты издеваешься, что ли? Лети давай, говорю. Вот. Вот об этом, ребята, и шел разговор. Вот так вот. Ну, естественно, еще надо будет этих сзади поставить нам. Кстати, лучше их, наверное, прокачать. Сколько у нас стоит улучшенный этот? Сотку. Инфосотка, да, получается? Сейчас сделаем, ребят. Сейчас все будет. Прям очень издалека там написано было бомбит. Очень издалека. Так, и надо мне, знаете, что сделать? Мне нужно прокачку. Ребят, эволюцию. Мне нужно сделать эволюцию. Так, куда трогаешь? Ну, а где скорпион? Вон он. Ну да, действительно издалека бомбит, ребят. И бомбит-то так неплохо. То есть потенциал есть. Пока не вижу никаких летунков. Как только летунки появятся, ребят, надо будет, естественно, брать ракетчиков. А они будут наверняка. Так, сколько? 125, по-моему, да? 125. Прокачиваем. Но я же говорил, я же, друзья мои, говорил, что придут эти охламоны. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну так не напасешься. Блин, так не напасешься на каждого-то. Долго, видимо, он там копил. Долго копил. Да? О! Он тоже, ребята, докачался до скорпионов. Чё-то меня это совсем не радует. Слушай, ты запарил, а? Давай, 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 давай. На. Чё ж так жестко-то, а? Ну, эти потихоньку, ребят, колбасят. Ой. Вышли. Жалим, жалим, жалим их там всех. Пипец. Ну где мои там очень издалека-то? Где они очень издалека бомбят? Где? Специально, да? Повторюша, дядя Хрюша, я делаю, и он сразу же повторяет. Я делаю, и он сразу же повторяет.
Подожди, надо вот этих вот что-то сделать. Я не знаю, ребят. Да, блин. Не достаю я туда, понимаешь? Не достаю. Я и рад бы туда шваркнуть, но не достает. Он еще шугаря там вставляет. Что очень, ребята, меня сильно раздражает. Прям, блин. Ракеты, ну чё вы стоите-то? Ну чё вы дуркуй? Ну давай, лети. Видишь, он наносит 115 урона, но только одному из юнитов. Это вот бесит. Это больше нельзя, нельзя, по-моему, да, улучшать. То есть у меня... Давай, малой, бомби. И сразу отгоняет их. Чтобы они, типа, ему не мешали там. Оп. Две так прилетело. Это идет. Идет. Походу дело так просто и... Во-во-во, лети-лети. Молодец. Не дотягиваюсь. Е-е-е-е. Ну, неплохо сработало. Тебе удалось пройти все 21 уровень компании. Да, я могу. Спасибо за покупку с Farm Queen за 7,49 доллара или эквивалент в твоем регионе. Ты правда ломаешь мне погружение? Ага. Потому что этот уровень был такой погружающий, лол. Ладно, я должна тебе кое в чем признаться. Я все время знала, что это игра. Да, я знаю, что ты знаешь. Я притворялась, что не знаю, потому что просто вывожу заранее написанный диалог. Ха-ха, я тоже. Я говорю от имени игрока, но я не игрок. Я просто аватар. А я тебе не враг. Я несколько тысяч строк, когда... призванный стать препятствием, которое игрок должен был преодолеть. Что он сейчас и сделал. Игрок этого не говорит, игрок это читает. Игрок — звезда нашего шоу, божественная искра сознания, осознающий себя фрагмент мироздания, оценщик и оцениваемый, центр бытия. Стоп. Тебе что-то занесло. Да, давай просто закончим уровень в видеоигре. Ты выиграл, игрок. Ну еще бы я не выиграл. Еще бы я не выиграл. Открыта новинка для дальнейших уровней. Генератор зарядов. Новая мутация для протооргана позволяет строить больше биобомб. А тут-то что у нас? Уровни испытания? Царица с одним здоровьем. Вечеринка личинок. Бесконечный нектар. Дурацкая скорость. Я не знаю, ребят, что это такое. Но это, по-моему, какой-то трэш. Это челленджи. Ну что, дорогие друзья, на этом мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!